Xiaomi представила инновационное решение для охлаждения мобильных устройств. По заявлению компании, на фоне традиционных паровых камер новая технология под названием «циклическое жидкостное охлаждение» имеет вдвое большую охлаждающую способность и считается самым эффективным решением для отвода тепла на смартфонах. В основу новой технологии лег метод жидкостного охлаждения, но с применением отдельных трубок для пара и жидкость, что исключает их смешивание. Благодаря этому пар беспрепятственно перемещается по каналу, и его теплопередающая способность увеличивается в два раза. То есть используется капиллярный эффект, притягивающий жидкий охлаждающий агент к источнику тепла для испарения с дальнейшим рассеиванием тепла в более прохладную зону. Для реализации концепции Xiaomi применила систему кольцевых тепловых трубок для газа и жидкости, состоящую из испарителя, конденсатора и компенсационной камеры. При этом в конструкции камеры используется принцип клапан Теслы, который позволяет жидкости проходить через испаритель, блокируя движение газов в неправильном направлении. Это позволяет повысить эффективность циркуляции газа и жидкости по всей системе. Работу системы охлаждения компания проверила на модифицированном смартфоне Xiaomi Mix 4. Во время 30-минутного игрового испытания при максимальных настройках графики устройства не нагревалось выше 47,7 градусов, а температура процессора была на 8,6 градусов ниже, чем в оригинальной версии смартфона. Компания Xiaomi планирует внедрить данную технологию в свои устройства уже во второй половине 2022 года.